Новый каток в Наташинском парке – не только место для развлечений и отдыха, но и площадка для обучения различным видам спорта. Для всех желающих там прошел мастер-класс по фигурному катанию на коньках. С тренером и начинающими спортсменами познакомилась наша съемочная группа. Упражнение «Фонарик» – самое простое упражнение для фигуристов. Пяточки ставим вместе, мысочки собираем. Раз, два, только вперед. Держать баланс и не смотреть вниз. Золотые правила фигуристов. Тем, кто становится на коньки впервые, важно быть под присмотром тренера и внимательно следить за его движениями. Плавно и уверенно скользить по льду может научиться каждый. Главное – правильный подход. Не бояться. Лед не настолько страшен, а наоборот, он красив и скользит. Не останавливаться на месте и, конечно же, держать руки, спину, баланс на льду. Многие посетители мастер-класса встали на лед впервые, за исключением Людмилы Мананниковой. В прошлом она тренер по фигурному катанию и учитель физкультуры. Это мне уже знаком, потому что на ржавый конек я уже хожу второй год. Ну и, конечно, в детстве тоже все это учили когда-то. Но встала на коньки после перерыва где-то 35 лет примерно. Участники спортивного занятия не только обучились навыкам фигурного катания, но и получили хорошее настроение, заряд бодрости и энергии. Каток в Наташинском парке работает каждый день с 10 утра до 21:30. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.